я снимаю, ты говори. Вот это, вы знаете, автобус, вот это... Не нажимай, не нажимай, а то... Не нажимай, а то автобус остановится. Не нажимай. Не нажимай, пожалуйста. Вот это, ручка, чтобы держать. А это вот такая кнопочка. Да. Где точно петухи ходят? Мы приехали в Дакума парк. Сейчас идет дождь сильный. Но мы вот, я вообще ехала наугад. Нам просто сказал там один из сотрудников отеля, что тут есть такой парк. Но тут оказывается какой-то такой пряничный домик, музей какой-то. Сейчас мы посмотрим, что это у нас тут такое. Много-много игрушек. Это, наверное, музей какой-то игрушек. Сейчас мы все посмотрим. Самое интересное сфотографируем. Маленькие солдатики разных годов. 70-80. Там видно, еще кто-то сказку читает. Потом пойдем посмотрим. Какие лодки, посмотри. Веслами, посмотри, какие весла. Вон какой корабль. Привела детей в школу турецкую. Вот они тут. А вот не настоящий. Учитель сидит. Учит их. Где учитель, Лёшка? Да, там учитель. Целый детский городок. Тут тоже Маша и медведь есть. Вот это домик зайца. Там вот ноги торчат у моего зайца. Свалится в домик. Детская площадка. Качели там есть. Классно. Никогда в жизни второй не отстанет от старшего. Здравствуйте, Лёша. А
как вы туда залезли? А как вы слазить будете? Не рвите листики. Когда-нибудь видели лимит по дикой природе? Вот, я и я такая собак. Смотрю, ленивец лежит на дереве. На огромном таком дереве лежит ленивец. Самый настоящий. Самый искусственный. Нет, настоящий лежит ленивец. Как он оттуда будет слазить, понятия не имею. Рухнет сейчас, наверное. МЧС вызывать. Это ужас какой-то. Пойдем куда-нибудь в сад. Это сад апельсиновыми деревьями. Растут апельсины. Апельсиновый сад называется. Что, сынок? Вот что видят. Вот это. Мама, когда труба стоит на ее.